На базе Московского технологического института ВТУ прошел конкурс профессионального мастерства под названием «Лучший по профессии». Технический конкурс очень сложный, прямо надо сказать. Во-первых, там должны присутствовать и проверка знаний. Не по произвольным вопросам, а именно по тем вопросам, с которыми они сталкиваются каждый день. Необходимо было проверить знания вопросов техники безопасности. Проверяли мы на манекенах, в том числе использовали компьютеры, значит, на операции, связанные с оказанием первой помощи. Практическая часть конкурса была связана с подключением электродвигателей. Ну вот вывод такой. Конкурс проводить надо. И его надо расширять. Его надо проводить и на уровне муниципальных образований, его надо на областном уровне статус поднимать и расширять, чтобы участвовало 200-300 человек вот на областном уровне. Почему? Потому что это обмен опытом. Конкурс, в принципе, прошел, я считаю, нормально. Были там некоторые заминки какие-то по организационным вопросам, вот. Ну, все бывает, поскольку так люди первый раз проводят. Я думаю, если быть оптимистом, то я, наверное, займу первое место. Мячин Дмитрий Викторович, электромонтер по ремонту и отделке электрического оборудования. Подготовка добыча ремонта. Громче, громче, друзья, это чемпион области по вашей профессии.